Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на нашем канале. С вами, как всегда, Александр Сударев. И в этом видео мы попробуем немного видоизменить формат нашего с вами общения и сделаем закадровые комментарии тех процессов, которые идут на строительной площадке компании «Совалмаш». Итак, приступим. Работы действительно много, она кипит полным ходом, строители знают свое дело и выполняют четко каждый свои обязанности. Визуально мы с вами видим, что начался монтаж металлоконструкций будущего АБК, административно-бытового корпуса. Конструкция визуально уже отделяются от общей части, и это видно невооруженным взглядом. Между зданием АБК и опытно-производственной частью имеется противопожарный разрыв, который обеспечит безопасность будущих сотрудников в ходе их профессиональной деятельности. Стоит отметить, что такой разрыв существует и между складской, и опытно-производственной частью. Мы с вами видим, что продолжаются бетонные работы, их действительно очень много. Ярким представителем данной работы является крайний лестничный марш, который уже вышел на крышу, и через него можно попасть на кровлю. Другие лестничные марши также не остались без внимания. Местами выполняется арматурная обвязка, в других же местах устанавливается съемная опалубка и идет подготовка к заливке бетона. Ну и раз уж мы с вами начали говорить о кровле, то обратите внимание, что в предыдущих видео мы вам показывали активную работу с укладыванием кровли только в складской части. Сейчас же уже видно, что работы начались и на опытно-производственной секции. Вот, обратите внимание, что на третьем этаже, хотя на самом деле местами это второй этаж, в зависимости от части здания, довольно высокие потолки и очень много рабочего свободного пространства, что в свою очередь позволит полностью реализовать все задачи, которые будут поставлены перед сотрудниками ПКТБ. Выглядит это действительно масштабно. Ну и возвращаясь на первый этаж, мы с вами видим, что продолжаются активно земельные работы, производится взрыв грунта, его выборка и последующая укладка разведения системы канализации с проверкой отдельных ее секций на герметичность. Также мы с вами можем наблюдать разгрузку фуры, которая привезла арматурную сетку и другие составляющие части для начала работ по отливке бетонных перекрытий и пола. Процесс это будет довольно трудоемкий, красочный и масштабный, потому что производиться это будет большими секциями с применением бетононасоса. Также обратите внимание, что по первому этажу уже установлено довольно много плит цокольного этажа, а здание уже законтурено и практически все плиты уже стоят на своих местах. Довольно много работ проводится с приямками, но все они по большей части уже подходят к завершению, производится гидроизоляция и так далее. Склад, на котором раньше было складировано огромное количество металлоконструкций, уже опустел, и уже в ближайшее время, я думаю, что он начнет заполняться элементами теплоизоляции и ограждающими конструкциями. Собственно, это вот такой краткий ликбез в виде экскурсии на строительную площадку. Пишите, что вы думаете о таком формате подачи информации. Нравится он вам, не нравится. Может быть, хотели бы еще как-то разнообразить наши видеоролики. В общем, обязательно оставляйте комментарии, обязательно следите за нашими новостями. Будем информировать вас о всех событиях, происходящих на стройке. Спасибо за внимание и до новых встреч.